Нургали Алмазов в числе тех, кто не упустил возможность поступить в престижное учебное заведение. Сейчас он работает главным специалистом Департамента агентства Республики Казахстан по делам госслужбы и противодействию коррупции. Свои 28 Нургали уже точно знает, будет расти по государственной службе. Я на госслужбе первый год, до этого работал в частном секторе. У меня высшая и магистратура. Но я планирую всю свою жизнь посвятить государственной службе. Академия функционирует в стране более 20 лет. За это время она выпустила несколько тысяч госслужащих. Для поступающих выдвигаются жесткие условия. Важен опыт работы не менее 2 лет. Нужен высокий уровень английского. Академия будет давать большие возможности. Какие именно? Когда они будут учиться, они будут получать знания, будут иметь возможность общаться с высшими должностными лицами, практиками, экспертами республиканского уровня, депутатами, министрами, акимами и другими политическими деятелями. Вот. Это уникальная возможность. Кроме того, во время обучения у них будет возможность поехать на стажировку за рубеж. Всего на бесплатное обучение из Южного Казахстана могут отправить 120 молодых госслужащих. На сегодняшний день желание изъявили 60 человек. Набор продолжится до 27 июля. Во время обучения в академии рабочие места за работниками сохраняются. После учебы молодые специалисты должны будут отработать в госучреждениях.